Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений патриарха Алексея II. Вопрос 2577. Ваши предпраздничные пожелания соотечественникам, верующим и неверующим. Отвечает патриарх Алексей II. Мира, радости, успеха в добрых делах желаю всем вам, дорогие мои. Пусть Новый год, новый век, новое тысячелетие принесут России жизнь, наполненную правдой и согласием. А для этого нам нужно хранить чистоту сердца, ведь по слову Господа Иисуса Христа, двухтысячелетие Рождества, которого мы вскоре отмечаем, Лука 6 глава 45 стих, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Конец цитаты. Москва, 5 января, Парламентская газета. Отвечает Игнатий Лапкин. Почему патриарх никогда не говорит, чтобы мертвецы воскресли? Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Евреям, 6 глава, 11 стих. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Иезекииля, 18 глава, 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, – говорит Господь Бог, – не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?»